Набрать на нем 2600 было бы прикольно на самом деле, да? Конечно, безумная позиция очередной раз. Ну давай. Мы уже поняли, что разменник будем катать. Так, так, так. Сюда, да? Отошли. Угу, отошли. Так, давай подвяжем. Вот это мне понравилась идея подвязать. И конь Е5. По-моему, прикольная идея получилась. Так, напали на коня. Какой-то прорыв тут организует по центру. Ну, взял, ладно. Он же не может пока бить там. Да, и за звание. У всех, у кого звание, у всех бесплатная подписка. Ладно, он тут придумал интересную идею. Побить пешку на g2, да? Давай, ладно, сюда. Ну и ушел, ладно, g1. Не дай бог им там зевнуть ферзям. Зато теперь грозит d5 ход. Ну и плюс где-то грозит ход слон f1 возможным. Набрать на нем 2600 было бы прикольно на самом деле, да? Давай пока d5 проталкиваем вперед. Кстати, есть еще такой ход. Такой ход есть, но он там как-то ферзем будет защищать, что ли? Тогда Е6, да? Да, кстати, ферзь H5, сильная идея. Вот, он начинает меня атаковать. Типа на пешку там напал, все такое. А мы давай... Ой, блин, так, аккуратно, ферзь H5. Раз так, напали на слона. G4 у него есть ход, фантастика. А если я Е6... Давай Е6. Я просто на мат буду сейчас играть. Грозит мат. Конечно, безумная позиция очередной раз. Взяли, взяли. Мат грозит. Защитился от мата, да? Так, как же мне тут попробовать... Шах на g8, шах наш. Ну давай, шах. Шах давай. А, он мог закрыться же, блин. Плохой ход сделал, ладно. Давай тогда нападем на этого. На коня. Что-то я не подумал, что он может закрыться. Но у меня еще есть такая идея. Просто выбесить фигуру ходом слон f1. Так, он отступил. Ну, давай тогда слон f1 играем. Это тоже должно быть мига неприятно для него. Раз мат не получился, попробуем просто забрать все. Забрать. И забрать. Вроде бы ничего страшного для меня не происходит здесь. Победа, друзья! Обыграл его. Что-то больше он со мной не хочет играть.